навела ревизию в холодильнике и обнаружила сало. И подумала, что можно из него приготовить очень вкусную намазку. Для этого нам понадобится сало, чеснок и зелень. Сало срезаем шкурку. И нарезаем его квадратиками, чтобы его было удобно прокрутить в мясорубке. Прокручиваем сало с чесноком в мясорубке на один раз. Мелко нарезаем укроп и петрушку. Кто-то может нарезать просто один укроп. Кто как любит. Добавляем нашу зелень к нашему прокрученному салу. Если у вас сало свежее, то вы можете добавить соль, перец по вкусу. У нас сало было соленое, поэтому мы просто это теперь все перемешиваем. И наша очень вкусная намазка готова. Всем приятного аппетита!